Добрый день. Итак, у нас на обзоре F350 двухсторонний магнит фирмы Onyx Magnet. В таком виде клиенты получают посылочку, сюда клеится маркировка, клиент приходит на почту. Вот в таком виде все это вот будет. Достаем весь набор. Весь набор входит в стоимость каждому магниту Onyx Magnet, это важно. Все наборы идут в подарок. Итак, у нас копия сертификата, обязательно в посылочку кладется. Календарик с нашими данными рекламный на актуальный год, всегда мы делаем. Так, почта, контакты и все сайты. У нас сеть магазинов, привязанных к магазину Onyx Magnet. Это у нас, кстати, торговая марка официальная. Дальше идем. Переходим к магниту. Итак, F350 двухсторонний. Открываем коробку. У нас, как всегда, прокладки из плотного пенополистирола на дне. Коробки то же самое. Итак, F350. Это у нас хит продаж, топ продаж можно его назвать, самый популярный, потому что это самый мощный магнит изначального уровня, то есть его еще достаточно далеко можно закинуть, потому что его вес, мы сейчас, кстати, проверим, весы не зря стоят, там около 1,50 кг, потому что следующий после него идет 400, и она уже за 2 кг, более 2 кг, там 2,300, тоже будет перевеска, увидите на следующих видео. Итак, F350 двусторонняя этикетка с маркировкой. Это защитная пленка у нас, боковая наклейка, как всегда, в Onyx. Итак, в комплект. Комплектация к магниту у нас входит длинный болт М10. Это рым-болт у нас с гайкой и барашком для удобства фиксации. Как всегда, гайкой затянулись, барашком законтрились. Это только в Onyx предлагается. И это очень удобно, проверено собственноручно. Вот, и многочисленными многолетними тестами. Карабин. Десятка с пожарным замком. Обратите внимание, чем больше магнит, тем больше карабин, тем мощнее болты, карабины и сам трос. Да? Так, у нас еще есть короткий рым-болт М10. Так, и трос. Трос у нас аллигатор. 500 кг на разрыв, 8 мм толщина, длина 30 метров. Это производитель ВКТ, специально для Onyx Magnet, лимитировано. То есть мы берем на поставщике, он специально для нас поставляет, именно производит и поставляет данный трос. Перчатки с латексным обливом из двуслойной резины тоже входят в комплект. Так, ну переходим к замерам, чтобы убедиться, что в Onyx Magnet на сайтах указаны актуальные данные по поводу размеров и веса магнита. Начнем с размеров. Итак, диаметр изделия 75 мм, высота, она же толщина изделия 32 мм. Так, весы. Давайте попробуем взвесить, мы что-нибудь, наверное, положим, чтобы не было сильного примагничивания. Так, тара. Сейчас, секундочку. Угу. По нолям вижу. Кладем. Так, чистый вес магнита 1,42 грамма, как видите. 1,42. На сайте у нас указано 1,50 кг, то есть, ну, округлено, да? 1,05, там видно шаблон такой, да. То есть все соответствует. Вот он, магнит F350x2. Рекомендуем. Всем удачных покупок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Итак, будем выполнять подъем магнитом. Самый мощный магнит изначального уровня F350 двухсторонний. Это у нас хит продаж, топ продаж. Будем выполнять подъем металлического швеллера весом 19,2 кг. То есть почти 20 кг. Я уверен, что для этого магнита не проблема. У нас есть еще один предмет. Это будет дверь весом 16 кг. Но все-таки мы выполним этот подъем. Так, примагничиваемся, поднимаем. Итак, у нас швеллер в воздухе. Естественно, намек на отрыв у нас нету, поэтому поднимать можно такие предметы без проблем. Итак, сорвать у нас магнит не получается. Мы вкручиваем рыб-болт сбоку, для того, чтобы у нас появился рычаг. Кстати, важно понимать, иногда люди вкручивают сбоку, им легче отрывать, они думают, что магнит слабоват. Как видите, отрывать его прямо нереально, поэтому нам нужен рычаг. Мы его сделали и магнит сняли. Мы рекомендуем рассчитывать подъемную массу таким образом: брать силу сцепления, делить на 10. То есть в данном случае это было бы 35 кг. Ну, к сожалению, швеллера 35 кг нету, но я думаю, что он справится со швеллером и 50 кг. Уберем швеллер и положим дверь, такая есть щитовой. Итак, будем примагничиваться и поднимать. Примагничиваемся. Поднимает вообще без проблем. То есть, как видите, подобные предметы поднимаются очень легко.
поднято. Но здесь больше, поэтому мы оторвались. Плюс прогибается дверь. Всем спасибо, всем удачных покупок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо.